Сегодня ответ на вопрос. Тут одна моя знакомая. Мне, ну я не буду это голосовое сообщение приводить, надиктовала его. Вот она говорит, у меня есть подруга, сама она психолог. У меня есть подруга, у нее был сын. И она этому, сын алкоголик, она этому сыну постоянно носила алкоголь. А у него там уже болезни начались, проблемы с печенью. А она говорит, я вот его люблю так, я его люблю, я не могу не делать этого. Там миленький сыночек хочет, и она ему носила алкоголь постоянно. Пей, 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 а ему все хуже, хуже и хуже, и в итоге он умер. И вот она меня, это моя знакомая, спрашивает, как ты думаешь, это было правильно или неправильно, вот как ты считаешь? Я говорю, конечно, нет. Ну, с одной стороны, вот эта мирская такая, мирская любовь, потакание. Хочешь, бери, хочешь, бери. Это в кругу людей обычно считается правильно. То есть ты любишь, когда ты любишь человека, ты сделаешь то, что он хочет, как он хочет. Ну, это неправильно. Это, по сути, не любовь, это потакание. Есть, по сути, три вида чувства вот этого окололюбовного. Привязанность – это когда я хочу, мне нужно. И пофиг, хочешь ты или нет, мне нужно. Это привязанность. Вот я привязан, мне человек нужен, мне вообще все равно до его желаний. Есть мирская любовь. Ты хочешь? Вот я тебя люблю, ты хочешь? На, я тебе дам. И есть любовь космическая. Ты хочешь? Мы это оценим. Нужно ли тебе это? Нужно ли это для твоего развития? И я тебе помогу, если мы придем к выводу, что тебе это нужно. Это самая высшая любовь. Это космическая любовь. Рациональная. Тут уже она не просто сердцем, а в голове. Истинная любовь, она в голове, ребятушки. Вот, и, значит, я говорю, конечно, нет. Конечно, это было неправильно. Она делала ему вред. Ну, какая же это любовь? Любовь – это желание блага, выраженное в мыслях, словах и действиях. Я говорю, смотрела мой YouTube? Смотрела. Тогда какие вопросы? Любовь – это желание блага, выраженное в мыслях, словах и действиях. Это вот космическая любовь. Алкоголь – это, тут рассуждать, благо ли это, алкоголь – это благо или нет? Очевидно, нет. Практически ни в каком случае это не благо. Там исключения по пальцам пересчитать можно. И вот все, собственно. Она его убила, можно так считать. А что было бы любовью по отношению к этому человеку-то зависимому? Лечить. Лечить, но лечить такими способами, чтобы хуже не стало. Потому что существует много способов так называемого лечения, от которого только хуже становится. То есть жизнь человека становится более шаткой. Он теряет в правах, он теряет в возможностях. Лечить, но грамотно лечить, обдуманно лечить. Вот это было бы проявлением любви к ее сыну. Я думаю так, я уверен в этом совершенно. За сим спасибо.